Самира Асадова. Кхимлыш. Менко гантомгау хинат мренти. Кухли намнамык, нанамыт вакын алтам кенав. Ярасы кон муй-муя эну теуска трикесы петхенетли. Самира Асадова. Сказка о том, откуда появились комары. Жила одна ленивая женщина, редко подметала она в Чаттагине, в холодном коридоре. Конвете нараша нивын, яса тонмак клесер мангыргелыт, кошкиркын вешет кысоттанывалыт коркын. Столько мусора накопилось, даже некуда было ступить. Соседи стыдить ее стали, грязнуля. Алтам кенау соттанывалыт коуэ. Ну и сил и коштаткнык. Коштайнын эменнин инрыс омыткнеты. С инпевнин. Эменнин кошташкын неме яралты. Кытигр ос кысатке. Оран ауыскан касалты. Муй-муй ринер улы. Женщина подмела в Чаттагине, а мусор сжечь поленилась. Вышла она из Яранги и вытряхнула мусор по ветру. Разозлился Наргнин, божество сил природы, и превратил мусор в маленьких злющих комаров. Анак, покерты шама, масену, эшруи. Нирвы нине пью эн не ускат. Кошам, кычхынты раскак ярак. Аннин, алтам кенава, ртом гаунин, мусанхинын. Анканата конпы, муй-муй, нинен швен мури. Сама, асен ам яткышалты, ам нонгыпы. Налетели они на женщину и стали ее кусать. С тех пор комары кусают людей, потому что там, где они ставят яранги, есть мусор.